поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Требовали технического оснащения, мы потихонечку начали проводить этот конкурс, этот турнир на втором этаже. Но из-за того, что конкурс пользуется популярностью, он у нас стал традиционным. Итак, я передаю слово ведущим. У нас еще должны подойти гости нашего праздника. Мы начинаем. Вас на нашем празднике, посвященном Дню Защитника Отечества, который наша страна отмечает 23 февраля. Наш праздник мы начинаем со звуков торжественного гимна Российской Федерации. Всем встать!
1917 году и ознаменовал собой день рождения Красной Армии, знак победы русских войск под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями. Защитники нашей Родины от вражеских оккупантов, герои нашей страны, достойны всеобщего уважения. И этот праздник – лучшее проявление этого уважения. Осудить выступление наших ребят будет беспристрастное жюри. Итак, давайте поприветствуем. Руководитель исполнительного комитета местного отделения по городскому округу Мытищи Московской области, Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Шамков Станислав Валерьевич. Библиотека школы номер 12 Нелли Дмитриевна. Учитель физической культуры Игорь Викторович. Учитель физики, заместитель директора по безопасности Иван Карпов. Учитель физической культуры Шведов Валентин Валентинович. Итак, а теперь давайте поприветствуем участников. Прошу выходить сюда. Нежаев Иван, ученик 11 класса. Жуматов Салбек, ученик 10 класса. Магомедов Заур, ученик 9-го класса. Сурматов Костенький, ученик 8-го А-класса. Сурматов Костенький, ученик 7-го А-класса. Мурзин Георгий, ученик 7-го Б-класса. Журбецкий Назар, ученик 6-го А-класса. Евгений Магомед, ученик 6-го А-класса. Состязания будут проходить в трех возрастных группах, поэтому сегодня будет три победителя. Предлагаю провести жеребьевку. Приглашаю ребят в первую возрастную группу, учащиеся 5-6 классов. Подходим к столику, выбираем номерок, показываем жюри и зрителям. Рублевский Назар, номер 2. Магомед, 3 номер. Казимир. Валер, 4. Приглашаем ребят второй возрастной группы, учащиеся 7-8 классов. Ахманов номер 2. Трошин номер 3. Мурзин номер 4. Арсений номер 1. Приглашаем ребят третьей возрастной группы, учащиеся 9-11 класса. Жаев Иван, номер 3. Столбец номер 1. Магомед номер 3. Магомедов Заур, 2 номер. Итак, турнир начинается. Ребят, в зале чуть потише. Наш первый конкурс «Ворошиловский стрелок». Выявит, кто из наших участников самый метко. Каждому участнику дается 3 попытки, чтобы сбить шары нашей необыкновенной конструкции. Количество сбитых шаров определяет количество баллов. Помогает проводить этот конкурс подольская Екатерина и Новикова Виктория. Удачи, ребята! Итак, каждому участнику дается 5 попыток. Первым приглашается Алима Скайдин.
мы все любим свою Родину. И я думаю, что всем нужно быть сильными, умными и любящими свою Родину, любящими свою семью, любящими своих товарищей. И всегда приходить им на помощь. И вот в этом конкурсе, в этом, как сказать, рыцарском турнире мы проверяем ваши способности. Но на уроках физкультуры и вообще как бы, в жизни нужно себя тренировать для защиты всех ваших близких. Так что я вас поздравляю с этим прекрасным праздником, желаю вам здоровья и успехов. Thank you.
Аня Макхафи. 3 балла. Молодец! Карпатов Иван. 1 балл. Врублевский Назар. 4 балла. Кириев Маковец. 2 балла. Ахматов Касу. 3 балла. Мухин Георгий. 2 балла. Куранов Арсений. 1 балл. Трошин Андрей. 4 балла. А сейчас мы проверим, кто из наших участников турнира самый внимательный. На экране будут представлены разнообразные карточки. В течение 10 секунд необходимо запомнить предложенные картинки, их название и последовательность. Несмотря на экран, назвать эти картинки в правильной последовательности. Сколько картинок правильно назвал, столько баллов и получил. Если соблюдал последовательность, то получает дополнительный балл. Подготовила этот конкурс Гурова Оля, а проводить этот конкурс будет Матвеева Лиза. Итак, приглашаем первого участника. Алима Хади. Внимательно на экран, тишина, библиотека. Внимание на экран. Время пошло. Тише! Время вышло! Говори! Не поворачивай сюда! Аркос! Шина! Мотоцикл! Груша! Поэтому давайте не будем мешать и не подсказывать. Никто не подсказывает. А и лучше можно ложиться и подружиться. Договорились? Не мешаем. Время пошло. Тише! Время вышло. Тигр, белка, заяц, не помнишь, положи микрофон и сядь. Молодец! Следующий участник – Рублевский Назар. 2 балла. Время пошло. Мы тогда пойду, да, вместе с ним. Время вышло. Отворачивай. Банан. Лимон. Самолет. Яблоко. Четыре балла. Следующий участник Кириев Магомед. Время пошло. В зале потише, не мешайте запоминать. Время вышло. Пора. Морковка. Кошка. Медведь.
Все. Три правильных ответа. Следующий участник Капасов Иван. Время пошло. Потише в зале. Время вышло. Отворачивайся. Подсолнух. Малина. Три правильных ответа. Следующая возрастная категория и первый участник Скуратов Арсений. Время пошло. Потише, Сталь. Время вышло. Отворачивай. Бабочка. Вертолет. Мандарин. Корабль. Молодец! Три правильных ответа. Следующий участник Армандов Косу. Ёжик, ананас, волк, заяц. Пять правильных ответов и соблюдал последовательность, получит 6 правильных баллов. Следующий участник Трошин Андрей. Время пошло. Время вышло, отворачивай. Слон, дельфин, хлеб, чайник. Сейчас кто-то снимет 3 балла. Вы ему сейчас поможете. 4 правильных ответа. Следующий участник Мурзин Георгий. Время пошло. Шора, давай. Шора. Шора, давай. Время вышло, отворачивай. Я гурец. Дух жира. Молодец. Следующая возрастная категория и первый участник Жумаш Столбек. Время пошло. Время пошло. Время вышло, отворачивай. Я мама, балалайка. Следующий участник Магомедов Даур. Время пошло. Время вышло, отворачивай. Стрекоза, лук, картошка, божья коровка. Следующий участник Кижаев Иван. Время пошло. Время вышло, отворачивай. Ракета, кит, крокодил, свекла, верблюд. А теперь музыкальный подарок от Богдана. Примите песню.
король Алёша, болгарский солдат. Сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько. А сердцу по-прежнему горько, кто плач святого пути. И страня его не настолько, и горем настолько. И страня его не настолько, и страня его не настолько. И мало посажною Божией, посажною Божией. И мало посажною Божией, легло безымянным парней. Нашего российского народа и нашем соотверженном труде
на благо нашего процветания отечества. И сегодня участники соревнований покажут свое мастерство, в том числе в горке автомата Калашникова. Ну, автомат Калашников является основным стрелковым оружием наших вооруженных сил. И правильно пользоваться этим оружием, это большое, во-первых, ответственность, да, ну и возможность, которую сегодня они, наверное, продемонстрируют. Приглашается первый участник Скуратов Арсентий. Но обращаем внимание, что разборка автоматов в боевых условиях это очень важный элемент боевой подготовки. Почему? Потому что бывает песок, грязь, там что-то или какие-то вода. То есть надо, чтобы это оружие было исправно. Соответственно, оно сохранит вам жизнь. Вот наши сегодня бойцы будут демонстрировать свое умение. Значит, общее правило. Мы осуществляем неполную разборку и неполную сборку автомата. Соответственно, до начала автомат лежит вот в таком положении. Ну, последовательность я не буду сейчас объяснять, мы уже это обсудили и на занятиях не один раз мы провели. Значит, начало сборки осуществляется по команде неполной разборки автомата. Приступить, и пошло время, да? Потом, когда последний элемент автомата положен, завершил, закончил. На этом секундомер останавливается. Соответственно, потом такая же команда поступает в неполной сборке автомата. Приступить, собирает автомат, ложит последний автомат в собранном виде и говорит, закончил, завершил. Вот на этом моменте секундомер останавливается, мы докладываем в жюри, потом все суммируется. Условия понятны всем? В неполной разборке автомата. Приступи! Молодец, ты взял,
есть особенности автомата, вижу, что есть над чем работать. Поэтому что он все-таки завершил ее. Автомата, приступи!
минус один, без ошибок. Все, да? Ну и ошибки тогда. Ошибки были на разборке и на сборке. Они связаны с тем, что вот в этом магазине должны содержаться патроны. Но патрон также может содержаться скажем, в стволе. Поэтому во время разборки необходимо в первую очередь сердце сняли магазин, и когда проверяют автомат разряд, направлять его вверх. Потому что если будет там, к примеру, патрон в патроннике, то будет выстрел вверх. И, соответственно, когда на сборке, то в первую очередь сначала проверяем на разряженность автомата, а потом только присоединяем. Это связано с тем, что жизни наших защитников Отечества должны быть безопасны. Спасибо большое. Теперь вашему вниманию песня «Огонек». Thank you.
Алимов Казей и Врублевский Назар. Внимание! Начали!
Страшный день, опять выбрала свет.
Алимов Казин набрал 9 баллов. Габаев Иван 6 баллов. Аплодисментов не слышно. Грубленский Назар 11 баллов. Гиреев Магомед 10 баллов. Таким образом по баллам распределилось. Так, у нас по баллам. 11 баллов набрал Грубленский Назар. Это первое место. Гиреев Магомед 10 баллов. Второе место. Алимов Казин 3 место. Среди седьмых, восьмых классов по баллам Ахмадов Сарсун 16 баллов. Мурзин Георгий 12 баллов. Куратов Арсентий 11 баллов. Трошин Андрей 17 баллов. Таким образом места распределили. Торсон Андрей, первое место. Ахмадов Кавсу, второе место. Мурзин Георгий, третье место. Сурата Бартенди, четвертое место. Среди девятых, одиннадцатых классов по баллам Магомедов Заур, 12 баллов. Думашев Салвек, 13 баллов. Кижаев Иван 15 баллов. Таким образом, Казахстан, Кижаев Иван, первое место. Думашев Калдек, второе место. И третье место Магомедов Заур. За первое место награждаются участники шестого класса Рублевский Назар. Легендарного командующего воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза генерала армии Маркелова Василия Филипповича. Вторая группа восьмиклассников. Прошлый Андрей награждается грамотно. Спасибо.
конкурсах. Молодцы. Я думаю, что вы все, в общем-то, являетесь победителями этого конкурса, потому что одно участие – это уже, уже победа. Так что молодцы, вас поздравляю с праздником. Желаю вам здоровья, счастья и дальше все эти навыки больше отрабатывать и улучшать. С праздником вас! Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.